Ты знаешь, что Геленджик переводится как «приезжай, кайфуй, брат, квартира посуточно»? Не может быть такого. Я без ног горы с такое название. Ну, век живи, век учись. Ну, там есть еще парочка переводов. «Невесточка» с турецкого или «пастбище» с адыгского. Тебе какой больше нравится? Вариант с пастбищем мне больше подходит, потому что мы здесь для того, чтобы понять, как здесь живется. Слушай, ну, мороженое вкусное, это уже поняли, дело за малым. А вернут мороженое детям? Вот еще нет. Изучить Геленджик. Пойдем. Ой. Геленджик. Как звучит, ощущение, что вы нам сейчас выставите счет за город. Да. У нас, конечно, для туристов такое недоступно. Но мы с вами сейчас сегодня на правах сотрудников. Да, никому ничего не скажем. Ну какие это черепахи? Это пробники черепах. Какие пузики. Вот такой вот горошек. Пушкин тоже, наверное, рос. Да. Их таких три, чем мы гордимся. Это Рио, Пушкин и Мухаммед. Раступи, честной народ, хватит у всех места. Любо-дорого смотреть, сватают невесту. Прости, у меня вовсю свадебный сезон сейчас. А, так понятно. Ну, видишь, твоя версия про пастбище несостоятельна, потому что жители Геленджика символом своего города считают невесту. Ну, типа, попробуй изобразить пастбище в виде скульптуры на набережной. Согласен. Ладно, пойдем, у нас скоро торт и семейная чайка. Угу. Как ты думаешь, это сосна? Мне кажется, кедр. А может быть, кедровая сосна или сосновый кедр? А может, сосновая кедра? А может быть, лучше подучишь язык? Why should I do that? I don't need it. I don't know why you should do it. Je parle français? Non, parle le français. О, Антон, на самом деле набережная здесь совершенно обалденная. Хоть садись и картину пиши. Я смотрю, что целительный воздух курорта влияет на вас благотворно, коллега. Извольте. Отнюдь. Да, Коль. Да, сели. А представляешь, сколько талантов откроется, когда ты пройдешь ее всю от начала и до конца. Потому что это самая длинная набережная в России, 14 километров, огибает весь Геленджик. А длина вот этой пешеходной дорожки 8 километров. Это значит, что мы теоретически можем провести целый день здесь, и нам никто не может сказать, что мы не увидим города. Извольте. Отнюдь. Да, Коля. Да, Селя. А это что за красотка отдыхает здесь одна? Сейчас поклонники Александра Грина могут тебя и втащить, если бы не были добрыми и романтичными людьми. Но вообще это Асоль, героиня одного из самых моих и любимых произведений с детства. И она ждет своего возлюбленного Грея, когда он приплывет на корабле с алыми парусами. А дождалась только нас двоих. Есть у тебя догадки, за что держатся туристы, загадывая тут желание? Да, есть. Может, тоже загадаешь? Сейчас, среди белого дня, ни в коем случае. А ты? Да нет, конечно. Антон, держись в руках. Будний день, утро, а народу-то столько, как будто весь Геленджик пришел сюда погулять. Ну, знает, что ты приехал, слушок-то ходит. Спасибо, ladies. На самом деле, набережная – это главная пешеходная артерия города. Тут тебе и пляжи, и торговые центры, и рестораны, и аптеки. Здесь кто-то что-то сказал про ресторан. В моем возрасте я больше делаю акцент на аптеках. Do you think about what I'm thinking about? No. Ну, тогда пошли в ресторан. Только позиции, я не знаю, что выбрать. По-моему, это самый сложный мой выбор после того, переезжать или не переезжать из Екатеринбурга в Москву. У меня тоже глаза как-то танцуют и танцуют. Ребята, привет! Вижу, вас муки выбора терзают. Могу вам помочь? Я так понимаю, что вы хотите проникнуться черноморской русской душой? Вы сразу заметили, что мы не местные? Да. Ну что-то меня натолкнуло на эту мысль, знаете, вот прям дедукция. Я же сказал, из-за меня мы все время парились. Да, Антон. Я вам рекомендую попробовать тартар из лобаня с авокадо. Это местная рыба. Такая небольшая, очень нежная по вкусу, с молочным вкусом, очень приятная. Обязательно без строганов, из рапаны с грибами и картофельным пюре. Это прям вот вас максимум отнесет в Черное море. Ну и, конечно, большой сет морепродуктов. Именно там будет рыба, барабуля, сарган, пеленгас. Со всеми этими блюдами я проникнусь в духом Геленджика. Я просто собираюсь переехать из Москвы сюда, и хочется как-то... Обязательно. Я буду вашим проводником. Я как человек, который
переехавший из Москвы в Геленджик, это было несложно. Понаехали не в Москву, а из Москвы понаехали. Мы в Москву тоже понаехали сначала. И каково вам тут? Хорошо. Посмотрите. Вижу понятно, море каждый хорошо. День. Ем прекрасные продукты из моря, фрукты, а овощи. Может вам присесть к нам? И, конечно же... О, спасибо. Пожалуйста. И, конечно же, прекрасное наше кубанское вино. Скажите, пожалуйста, почему вы выбрали Геленджик? Почему именно здесь? Ну, я как человек, родившийся в Новом Уренгое, это 30 километров до полярного круга, выбор был сложный, конечно. Но посмотрите, 14 километров набережной, бухта, одно только название – Геленджик. Как звучит, ощущение, да? что вы нам сейчас выставите счет за город. Да. Здесь действительно хорошо, здесь есть все для жизни. Здесь прекрасная природа, здесь отличная экология. Что делать зимой тут? Как в 20 градусов в январе гулять по набережной, ходить в горы, выходить под парусом. А минусы-то какие-то есть для переезжающих? Не может быть все так сладко. Ну, здесь бывают норд-осты. Вот слышали про норд-ост? Да. Ну вот, а я прочувствовала прям с моим незначительным весом, я в эти дни не могу открыть дверь машины. Я просто даже дверь из дома не могу открыть. То есть, если на крайнем севере она заваливала снегом, то здесь как бы меня догоняют холодные ветра. Так, ребят, ну, разговаривать хорошо, но надо пробовать. Я вас немножко заболтала. Пойду передам коллегам, чтобы мы о вас позаботились. Спасибо, мы не знали, как вам сказать, что мы не будем с вами делиться барабулей. Спасибо большое. Вау. Предлагаю начать с тартара из Лобани. Два незнакомых слова и предлог в одном предложении. Ну, если настаиваешь, то я только за. По вкусу очень похоже на свежую белую рыбу. Угу, да. На севиче из белой рыбы. И очень мягкая причем. Слабо соленая. Максимально вкусно. Правда, я вкусно. Первый раз ем тартар на самом деле, но это вкусно. Это реально очень вкусно. Очень. Это самое мягкое пюре, которое я ел. Вау. Где у нас еще основное блюдо – рыбные вакханалии. Морская фауна, как бы на дне водоема. Тут красивые пицунские сосны. Тут тебе вот солнце. Надо солнцем щедро снабдить все вокруг. Ну так. Что ж. Барабуля, сарган, пеленгас. Еще раз. Пеленгас, сарган, барабуля. А я буду их назвать вкусно. Очень вкусное. Очень вкусное. Безбожно вкусное. Нереально вкусно. Берегись, Геленджик, сытый суданец идет. Да, это было божественно. Но ценник московский. Сразу возникает логичный вопрос. А как ты на все это будешь зарабатывать? А пойдем, я тебе покажу место, в которое я искренне хотел бы поработать. Здесь, Антон, есть реабилитационный центр для животных, где главная задача сотрудников – сделать животными счастливыми. Я уже созвонился и договорился, нам сказали, чтобы мы проходили и разобрались на месте. Вот я на месте, вот я готов. Я тебе скинул адрес, вызывай такси. Сейчас. Не город, а открытый. Где обычно люди живут? Ну, на самом деле он зажат между морской бухтой, мы там только что гуляли, и горным хребтом. И чем ближе к горе, тем тише кварталы, потому что там сплошной частный сектор. А? Вот это ты умный. Да. Очень. А-а-а. Красивый. Продолжай, еще. Продолжай. Высокий. Ну, не перебирайся. Два билетика, пожалуйста. Один взрослый, второй детский. А, дети покупаем билет? Дети у нас до 5 лет, до 120 сантиметров. Отлично. Подходит. Я еще из фамилии Зайцев. Скидки есть? О, все подходит. Подожди, а почему мы вообще покупаем билеты? Ну, можешь, знаешь, работать. Для полосатых и волосатых ничего не жалко. Тебе же не жалко? Нет. Нет? Для полосатых и волосатых ничего не жалко. Ну, отлично. Большое. Спасибо большое. Один для полосатых, другой для волосатых. Волосатых. Здравствуйте, Лена. 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 Вот мы с вами созвонились, и вот мы уже на месте. Мухаммед. Антон, те еще животные. Очень приятно. Я профессионал, да, по животным. А сразу заметили. Тогда берите нас в оборот, мы готовы хоть к чему. Пожалуй, начнем с самого большого пункта нашей программы. Это слон.
Расскажите, пожалуйста, как к вам попадают животные? Где вы их достаете? Мы их не достаем, они нам достаются, можно сказать. У нас не столько зоопарк, сколько реабилитационный центр. То есть животные к нам поступают после того, как пережили где-то очень-очень тяжелые какие-то годы своей жизни. И, наверное, одну из самых тяжелых жизней прожила наша слониха Чани. Более 40 лет, выступая в цирках, в театрах, в кино. И после этого еще несколько лет она отстояла без выступлений, без контакта, в голоде, в сырости и темноте. Вот как раз наша булочка стоит, вот, нас идем, ждет. Идем. Здрасте. Здравствуйте, красотка. Не так, надо вот так. Здрасте. Я вижу, она прям довольна и танцует. Это получается, вы здесь и лечите животные, и они остаются жить у вас? Да. В большинстве случаев животных приходится оставлять здесь, потому что Чани, даже пройдя реабилитацию, конечно, мы бы с удовольствием отправили ее обратно в дикие индийские леса. Но для животных, которые всю свою жизнь прожили рядом с человеком, это, к сожалению, невозможно. Она привыкла быть рядом с людьми, и она снова выйдет к людям. А люди не всегда готовы к встрече с 3 тоннами силы, ума и задиристого характера. Ой, хорош. Ты красотка! Хорош! Ну что за красавица? Ну хорош! У нас, конечно, для туристов такое недоступно. Понимаю. Но мы с вами сейчас сегодня на правах сотрудников. Да, мы никому ничего не скажем. И можем тоже поучаствовать в нашем показательном кормлении. Не переживайте, мы же это только снимем, посмотрят несколько сотен тысяч человек, и все. Всего лишь. Какая умница, какая умница. Молодец. Браво! А какие божественные звуки доносятся из ее рта. Выкинуть ее сюда. Чани выше. Выше. Вау. Выше. Давай. Кидайте вот так. Опа. Кажете, умница, че? Один из самых незаметных и, тем не менее, один из самых важных объектов показа в нашем парке – вот эти самые черепашки. Большинство из них – это спасенные черепахи здесь, Черноморского побережья. Раньше им принадлежало все от Анапы до Сухуми. Это все была их родная территория. На данный момент вся эта территория покрыта трассами, отелями, садами. И людьми. И людьми. И, к сожалению, черепахи здесь места практически не осталось, и этот вид уже на грани исчезновения. Кстати, по поводу виновности человека, естественно, большая часть жителей России живет в более северных регионах, и черепах там практически нет. И приезжая сюда, на Кавказское побережье, они находят вот такую вот... С собой увозят. Вот такую вот огромную черепаху. Она жила здесь, никого не трогала, приносила потомство. Можно? Держите. Что ж, ты явно с ней подружился. Да, черепахи неплохо отбиваются от захватчиков. Так вот, люди, обнаружив вот таких вот великолепных животных, суют их по машинам, по карманам, что называется, и развозят себе домой. Черепахи доживали свои годы в гордом одиночестве, в домашних условиях. И таким образом популяция тоже была подорвана. Банально просто разобрали по карманам, по домам. Ну какие это черепахи? Это пробники черепах. Какие пупсики. Вот такой вот горошек. Нужно я. Аккуратно. Я тоже хочу. Это годовалый черепашонок. Индивидуальная метка на каждом черепашонке, чтобы отслеживать его физиологию, сколько покушал, сколько весит, кто чей ребенок даже записано. Место кладки, все учитывает. Они у вас тоже с какой-то тяжелой судьбой? Эти девочки, да, они приехали к нам прямиком с Северного полюса. Они обе остались без матерей. Снежинка и Сережка. Сережкиного братика, к сожалению, спасти не удалось. Его съели медведи-каннибалы. Без защиты матери медвежонку на Северном полюсе не жить. Соответственно, было принято решение их эвакуировать. И, соответственно, многие удивляются, как в Геленджик, на юг, на Черное море, белого медведя, он же тут от жары испечется. Вот как в Геленджик, на юг, белого медведя, он же тут от жары испечется. Прекрасно белые медведи себя чувствуют в Геленджике. Они, по сути, ведут такой же образ жизни, как наши туристы. Искупался, позагорал, искупался, позагорал. На самом деле я смотрю и вижу, что действительно животные, они счастливые, активные, им хорошо. И научите нас, пожалуйста, сделать животных счастливыми. Есть верный способ. Поработаем. Ты видел этот порошок? Вау! Сережа, это тебе.
Кажется, тут борьба. Все, все. На. Процесс начался. Я один раз в жизни кормил пум, и все прошло без сучка, без задоринки, как ты понимаешь. Никаких проблем. Отойдешь чуть-чуть, пожалуйста, чтоб не быть травмированным мясом. Хорош. Все, тигров накормили. Братья Запашные, можете спать спокойно. Смена подрастает. Муха-муха, цикатуха, позолоченная пруха. Муха по полу пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар. Продолжай, нам же интересно, чем закончится. Приходите, тараканы, я вас чаем угощу. Тараканы прибежали, все стаканы выпивали. А пукашки по три чашки с молоком и крендельком. Никогда в жизни не подумал, что я, 30-летний мальчик из Судана, впервые кормлю слона индийского, где? В России. Это просто вау! Максим, Кавалерка, Хулебяка, Жижа, Жижа-младший, до встречи! Ну чё, зайчонок, выспался? Ага. Отлично. Согласись, Антон, что работать здесь намного веселее и круче, чем быть просто посетителем. Соглашусь. Но тут есть один маленький минус. Много не заработаешь. Ну, Рапанов придется ловить самому. Постараюсь. Так, если мы с тобой через полчаса не успеем на закат, то упустим шанс встретить его на вершине горы с огромной надписью «Геленджик». А что надо делать, чтобы успеть на это? Бежать на канатку. А, и опять Голливуд все лучше украл у Геленджика. Но чего еще нужно для счастья? Фирменный бренд. Горы. Бухта. Море. Закат. А самое главное, весь город как на ладони, а ты на ладони у города, потому что это место видно из любой точки Геленджика. О, я с тобой полностью согласен. Красиво и очень интересно еще и так вкусно. Так сказать. В этом и суть курортного города. Красиво, очень интересно и так вкусно. Так что не сдерживай себя. Классно! Прорвался! В среднем дома такие стоят от 30 до 35 миллионов рублей. Пишите, пишите. Там дельфин. Да ладно. Вот он, с нами идет. Похоже, вселенная пытается нам что-то сказать. Вы такого языка не знаете. Каллиграфией времен Ивана Грозного написано «Божьей милостью русский дом». Здорово с утра просыпаться не от будильника, не от криков петухов, а от звуков хорошего, крепкого бытового конфликта. Откуда мне было знать? Не надо кричать, хватит. Ты знаешь, что я не люблю, когда на меня кричат. Все, давай, пока. Муха, ай. Доброе утро. Доброе. Случилось? Да из-за того, что я не предусмотрел стоимости на жилье здесь, и здесь какие-то... Просто какие-то космические цены, как будто все продают и покупают недвижимость. Теперь не знаю, что делать. Не переживай. Что-нибудь придумаем. Работают профессионалы. Наверное. Да все, 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 напишу. Я же говорил, работают профессионалы. Валя, домик с арендной платой 50 тысяч рублей в месяц. Звони, говори, что от Оксаны Михайловны. От Оксаны? Оксаны Михайловны. Мы идем или едем? Нам долго, далеко. Слушай, да буквально пару часов пешком по набережной, и мы на месте. Так что предлагаю самокат. Да, я с тобой согласен. Силу я хочу сохранить для более важные вещи. А ты еще не передумал? Нет, ты во мне не сомневайся. Я в тебе ни разу.
Антон, Антон, мне кажется, Оксана Михайловна нагло того воспользовалась. Нет, она была довольно нежна. Но ты бы жил вот в таком доме, если б не водился со мной. Наш чуть подальше. Ага. Вот наш. Тук-тук, бойтесь, мы идем. Проходите, проходите, мужчины. Здравствуйте. Здрасте. Владимир. Антон, это Хасанов. Приятно очень. Ну, смотрите, участок 6 соток. Тут знаменитый пляж. Вот ты спускаешься вниз, пляж Сосновка называется. Это Кабан? Ну, где-то 20-30 минут вниз и 1,5-2 часа вверх. Здесь земля стоит в районе от 3,5 до 5 миллионов рублей. Вы решили сразу давить на сценами, так. Соточка земли такая вот цена здесь. Давайте прогуляемся по самому участку, я вам покажу. Можно сказать, дом, который вот позади нас, особой ценности не имеет. Отлично. Так как здесь в основном ценится земля. Если Мухаммед купит здесь у вас дом, то я ему подарю лунный календарь, и он сможет на убывающую луну чеснок высаживать. Какой у вас перспективный бассейн. Вот именно перспективный – это правильное слово. Нет, я не умею, честно, не умею продавать. Да давайте я продам. Смотрите, Мухаммед. Хорош, все. Фантастическая природа. Рядом буквально в 20-30 секундах от вас море. Потом в горочку, ну, буквально 2-3 минуты. Замечательный дом, который можно под себя. Конечно, шикарный бассейн, как в лучших домах Голливуда. Мухаммед, честно сказать, это одно из самых лучших мест, которые есть вообще в Геленджике. О, не очень уверены. Давайте попробуем еще, но уже в доме. Дом небольшой, порядка 100 квадратных метров, то есть 2 этажа. 100. Я со своими 35 квадратами сейчас такой. Здесь, в принципе, ремонта особо нету. То есть ремонт делался где-то 13-15 лет назад. Ну, добротно, качественно. Здесь скважина 80 метров. Ее воду здесь можно пить. То есть воду здесь можно пить из-под крана? Вообще легко. Кстати, у соседей здесь, у наших дома идут от 300 до 1000 квадратных метров. То есть у нас вот этот дом самый-самый бюджетный из того, что здесь есть в продаже. Вау. Зато вода уровня выкусенного российского. Это одна из комнат. Ну, говорю же, солнечная. Вот из-за панорамного окна на всю стену. Это старая постройка. Красиво. Полумансардный такой этаж, в принципе. У вас тут, если вдруг стало... Мама врач-пульмонолог, конечно. Если у меня спрашивают про цену, многим становится плохо. Так давайте я спрошу про цену. Надеюсь, что мне не станет плохо. В среднем дома такие стоят от 30 до 35 миллионов рублей. Пишите, пишите. Так. Не пишите. Врача. Слушайте, я слышу какие-то хрипы жадности. И, по-моему, у человека удушье, душит жаба. А аренда какая? Аренда в среднем, если в межсезонье 50, 60, 70 тысяч, ну, в сезон 150 тысяч. Ой, еще хуже человеку стало. Еще хуже. Давайте. Я бесплатно сдам. А, отлично, все. Опустила. Давайте с такими ценами мы мухи сердечко подлечим и вернемся. Мог бы жить в таком доме? Мог, Антон. Но не буду. Знаешь, в Геленджике хочется жить в белоснежную усадьбу с панорамным видом на море. Ну, пока на такое я не заработал. Тогда купим дальше. Ну что, Мухаммед, не пора ли раскрыть свою задумку? На самом деле, Антон, я решил встретиться лицом к лицу со своим страхом. Я же не умею плавать. И чтобы жить у моря, мне надо с ними подружиться. Так что пойдем покорять волны под парусом. Свистать всех наверх. Йо-хо-хо, свистать всех наверх, отдать швартовый, я Исяк. Здравствуйте, Антон. Добрый день. Мухаммед Илямина, вода звали Хасан. Смотрите, друзья, мы сегодня с вами отправляемся в открытое море. Вот. Яхта чисто парусная, никаких моторов, никакой солярки, только чистый свежий ветер. Ну и ваши приключенческие навыки, усилия, активность, потому что надо будет поработать с парусами, с веревочками. Я вам сейчас выдам перчатки, ваши руки убережет от натирания. Мы тоже подготовились, мы взяли то, что вы нам писали. Так, для яхтинга мы взяли несоразмерно пафосные лица. Так. Это есть, да, отмечаю, очки. Что есть. Очки есть. Банданы. Так. Эти панамы можно гадать на мальчика и девочку. Водонепроницаемые чехлы, подчеркивающие нашу мужественность. Еще солнцезащитный крем. Это самое главное, потому что даже если не сильно светит солнце, вода и море, да, очень быстро
прилипает, так скажем, да. Все эмоции, они остаются сразу там потом на теле. В принципе, все готовы. Зарядка была, я так понимаю, с утра, да? Конечно. Все, вы хорошо покушали. Абсолютно. То есть силы есть, все есть. Ага. Вы готовы, да? Пойдемте. Пойдем. Пойдемте на яхту. Бешеное равновесие. Хорош. Давайте начнем с самого главного, да? Кто самый главный на яхте? Я. Нет, неправильный ответ. Капитан, конечно же, да? У нас у всех спасательные жилеты есть на борту. Ну и, соответственно, управление яхтой, если мы правильно все делаем, не позволяет яхте перевернуться. Слушаем команду капитана и на полных парусах идем в ту точку, куда мы запланировали. А, кстати, в какую точку мы запланировали? Или мы просто будем хаотично бросаться на акул? Мы идем в конкретную точку, локация для туристов, корабль «Рио». О. Из Африки, кстати, он пришел. Удивительный момент перевоплощения Мухаммеда. Все, но мне кажется, теперь тебе должны дать гражданство Сомали. Осторожно, Саксель, открывается. Еще, открывай. Еще. Никак, Антон. Все, и блок ставим. Блок. Ой, блок. Красавчик. Стопор. Какая максимальная скорость, которой мы можем достичь? Сколько узлов? Сколько узлов? О, хорош. Смотрите. Хорош. У нее максимальная скорость порядка 17-17,5 узлов. Угу. Один узел – это 1,8 километров в час. Вот мы сейчас идем на корабль «Рио», он железный, большой. Откуда, есть... откуда он? Он из Африки. Ебой. Тешьте его самолеты. Пушкин тоже, наверное, рос. Да, да, да. Их таких три, чем мы гордимся. Это «Рио», Пушкин и Мухаммед. И Мухаммед. По сухогрузу история банальная. Рядом с нами порт Новороссийск, и очень много крупных торговых кораблей приходит в этот порт. Они стоят в открытом море на якоре, ждут погрузки или разгрузки. Ну и был в 2018 году шторм, и, к сожалению, корабль сорвало с якоря, они не успели завести двигатель, отойти, и их просто волной выбросило на берег. Ну, не, слава богу, никто не пострадал, все живы, все хорошо. Вообще, есть шанс по пути увидеть дельфинов? Есть шанс увидеть дельфинов. О. Есть одно простое правило. Дельфины подходят только к хорошим людям. Я же сказал, хорошие люди на порте есть. Что там, что там, что там, там, что дельфины. Да ладно? Да. Вот он, с нами идет. Где-то. Вот. А, под нами, да, прям под нами. Если Мухаммед научится плавать, что вряд ли, возьмете его на работу инструктором? Не обязательно уметь плавать, но желательно, естественно, потому что мы на воде, это безопасность. Но чтобы стать настоящим капитаном, нужно учиться, нужно практиковаться. И настоящий яхтсмен – это кто? Это Мухаммед. Это Мухаммед, который получил вот этим гигом по голове. Так что скоро посвящение. Мы добрались до Рио. Это наша точка назначения. Цель, которую мы ставили, достигнута. Поэтому вы большие молодцы. Все справились с заданием. Спасибо, капитан. Рио находится в Кабардинке. Поселок Кабардинка славится своими прекрасными пляжами, чистым, прекрасным морем, ну и очень хорошей атмосферой. Ой, класс, а я предлагаю нам с тобой тут задержаться и прям до самого конца дня. Развлечения беру на себя. Люля, шашлык, философия. А вот и Рио. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что, это же сухогруз из Африки. Ага. За это меня родители отправили. Так что, малыш, не переживай, я тебя заберу домой. Теперь ты свободен, вот и встретились два одиночества. Ну как тебе морское приключение? Я видел, как ты ловко со всем управлялся. Если не морской волк, то минимум морской огурец. На самом деле, Антон, это было очень классно. Мне очень понравилось. И для человека, который не умеет плавать, мне кажется, я просто супермен. А я тебе скажу, в Кабардинке много всего интересного, но наш путь лежит
в горы. О, мама ми. Говорил ему Мухаммед, да не возьмем, Антон! Что машину надо идти не пешком. Не только ты у нас договариваешься, я нашел транспорт, ну, садись. Ну говори уже я тебе, надо было сразу брать машину, а не идти пешком. Неплохо ты бегаешь. Садись, красавчик. Спасибо большое. Без вас не справились. До свидания. Не забывайте кормить медведя. Все, с физическими нагрузками закончили. Приступаем к нагрузкам духовным. Let's go. Ну вот мы с тобой в прямом и переносном смысле попали с корабля на бал. Это да. Конечно, удивительное место. С одной стороны, для полноценных построек как-то все слишком миниатюрно. Но для парк-миниатуры, Антон, не слишком миниатюрно. Похоже, вселенная пытается нам что-то сказать. Прости, паничка. Ну, мне кажется, Антон, я слышу, что вселенная хочет нам сказать. Нам надо найти человека, который нам расскажет про всего этого. Точно. Не слишком рекурсивно для семейного шоу. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Мы долго искали девушку у фонтана, которая нам расскажет про такого прекрасного парка. Мы попали в старый парк, и это территория искусств. Искусств в самых разных его проявлениях. Нас окружает ландшафтный дизайн, звучит музыка, у нас есть свой собственный театр, скульптура, живопись, все это здесь представлено. Но самое главное внимание – архитектуре. Весь парк называется архитектурным, и создал его местный житель – архитектор. Раз уж вы сами заговорили об архитектуре, я вот все время кашусь туда взглядом, это очень похоже на Тадж-Махал. Похоже, но лишь некоторыми деталями. Все, что мы здесь представляем, это не копии уже имеющихся мировых произведений. Сделать копию может любой. Сделать что-то свое – это более серьезная работа. За основу здания выбран пример величественного восточного дворца, и со всех сторон он покрыт резьбой, арабеска. Мы пришли на Кавказ. Перед нами мощное каменное здание. С правой стороны дозорная башня. Визитная карточка средневекового кавказского пейзажа. Купол в форме шатра символизирует вершину горы Арарат, которой причалил священный Ной в ковчег. И центральная часть – это жилище. А я пытаюсь понять, вот этот парк же сложившийся арт-объект, или что-то все-таки меняется? Это живое пространство, в нем все время что-то меняется, только уйдешь на выходные, возвращаешься... Приходишь в средневековую крепость. Новое дерево, новая клумба, новый экспонат в музее. What a piece of art! Я переведу, что за кусочек искусства перед нами. Кусочек? Да это кусочище! Я вижу богатыря, я вижу, видимо, конька, горбунка или что-то. Вы такого языка не знаете. Каллиграфией времен Ивана Грозного написано «Божьей милостью русский дом». Я вижу. А ты видишь, Антон? Я между двумя филологами зажат, но, правда, не вижу. Нет. Почему не видишь? Божьей милостью русский дом. Русский. Вот «ай» – дом. Даже ли ты меня русскому языку учишь? Колонны в форме деревьев. Это могучий русский лес. Ага. Из лесов вышел Илья Муромец на коне, богатырь. Самое видное место в культурном центре занимает театр старого парка. Он построен в 2017 году по канонам античности. 24 героя вводят праздничный хоровод по фасаду здания. Театр – это праздник. И я приглашаю вас
поторапливаться и присоединиться к этому празднику жизни. Спектакль начинается. Хорошо, спасибо, мы тогда на спектакль. Счастливого вечера. До свидания. Любите ли вы Геленджик, как люблю его я? То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного. О, ступайте, ступайте, Геленджик, живите в нем и умрите, если сможете. Браво! Браво! Крепкая постановка, до сих пор в себя прихожу. Не Богомолов, конечно, но все же. А если честно, Антон, все было так интересно, так классно, что два дня пролетели просто со свистом. Я здесь подружился с морем, и мне кажется, только ради этого можно влюбиться в Геленджике. Город очень хорош, очень классный, компактный и при этом приспособлен для жизни. Приезжаешь? Ну, можно вполне себе, знаешь, как только накоплю на мою белоснежную усадьбу, сразу можно приехать. Ну, я же тебя знаю, копишь, а потом спускаешь все на сахарную вату или зону. И это, месье Антон, намек. Я хочу тебе сказать, покажи мне юг. С удовольствием.